Главное не Остался. зря. Да. Главное не сдохнуть на синдре, и все будет хорошо. Да чё вам эта синдра, нахуй? Я не понимаю. Как на ней вообще можно сдохнуть? Это имбецилом надо быть, чтобы на ней сдохнуть, блядь. Хорошо, так и запишем. Я понимаю, если у человека вылетело, да, он там сдох на притяжке. Ну так, в других случаях там все, блядь, изи. Посмотрю на бидона, блядь, полюбуюсь. В других случаях это бичи. В других случаях это все бичи, да. А будет замена после совета на роге? Да, верно, там замена 10 человек, по-любому будет. Конечно, единственный на пул это грустно. Я так смотрю, хукмастер сдох, ну ты спулил, у тебя нету бидона за спиной и меня нету за спиной. Конечно, ты сдохнешь, тебя никто не захилит. Катрисия не в хиле, два приста тебя не выхилит. Катрисия вообще вылетел. Присты вообще далеко были. Поэтому, когда агрите, смотрите, в досягаемости ли танки находятся. Внутри ловишься. Мастер что-то пишет на этом, на другом языке. Давайте, готов. А вот я, блядь, резаю нахуй челика тут, блядь. Сейчас вот смотри, минус CP чип нахуй. Не минус, я буду жить. Че, давайте. Только, сука, уйдите назад. О! Ясно, нахуй. Короче. Это шпшная стрела полетела. Давайте, блять, отпустите его нахуй. Пускай гуляет этот уебок. Сейчас вторую пачку поди приведет. Нет? На, привел. Да? Да. Мастер, следи их всем. Быстрее убивайте все, что там есть. На нахуй. Заебал командир ебаный. Ебать, еще сангрели. Войско давайте. Ебать, там все. Войско, все ДКшники давайте. Не надо дамажить, просто надо войско дать. Авелания, давай и изгнание зла кастуй на челика на какого-то, иначе очко будет. Чё, блять. Быстрее только в темпе, и держи его в изгнании. Сейчас такое надо вынести на панели. Нет. Так, давай-ка не будем, у меня все вынесено, блядь. Да, волну по нём. А откуда мы знаем, что оно у тебя вынесено на панели? Да, был один, бля. И чё? На весь вов такой один. Я понял, он через ЧСВ, короче, зашкаливает. Ой, бля. Ты что, хотел услышать комплимент от меня, что ли? Ну да, как говорится, от меня ничего полезного не услышишь. Не пуляйте. Уйдите назад, блядь. Людей резним 5 человек, нахуй. И когда видите агрят дохуя трэша, вы не дамажьте как дебилы, блядь. Тут нету 10 рокс на пулом, нахуй. Надо, блядь, сделать так, чтобы мобы не разъебали танков. Потому что если танков разъебут, пизда будет. Придется бежать. Не за спину эта шаболда прыгнула и разъебала. О, Хэса уебала. Это даже я ей, ну, отпор не смог дать, да? Вообще ноль шансов. Типа, ты слабый. Ой, блядь. О, тут кольцо синее, на распыл можно. Чё там, сколько осколков? 3, пока выпало. Ну вот четвертый с этого упадет. Нет, не упадет с этого, чёртый. Не упадет. Бля, ну вот смотри, вот видишь, я как бы в лучшее верю, а вот этот червиворот сидит, бля, хуй не знаю. Я, говорится, реалист, а не сказочник. Я говорю, что с этого не упадет ничего.
Ну поэтому нам и нихуя не падает, потому что ты так думаешь, блядь. Ну, если... Это не я так думаю, это так. Это не я так думаю, это об этом думает вся вселенная. То есть ты, получается, вселенная, блядь, да? Ебать. Ну, моими устами глаголит вселенная, запомни ты это. Ты что-то за честное, блядь, говорил, да, понахуй? Ну, знаешь, да, знаешь, как поговорку такой есть, типа, устами ребенка глаголит истина, а... То есть, блядь, всё, нахуй. Дыши, я ребёнок. Я напоминаю его фразу в ЗС про детей. Не надо, слух повторяй. Это не в ЗС было. Я не буду это говорить, это в ЗС было. Да, это было. Давай это будет просто как имя Волан-де-Морта, нахуй, блядь. Да-да-да. Ну, он просто себя ребенком назвал, и у меня тут флешбэк такой. Да-да-да-да-да. Кто умрет от босса, кто умрет сейчас от срыва гро, сразу полтинник летит. Просто не затянем. Проверим. Можно пул без угрызений совести. Ну вот, например, Талдаром уже сорвался. Не, нет, это после я его не бил. То есть я вот этот пытался ротацию включить. А, так если мы умрем, то ну тебе ГП. Согласен. Реально. За каждого. Уйся! Да еще что сейчас было? У вас кинетика валяется, это. Фраза такая, пытался включить ротацию. Бля, ну чё нахуй, ты сука репечи, блядь. Какой-то приз подхиливайте там это. Вы там кукмастера, да, держите в руках. Я стою нахуй, минуту уже чилю, блядь, я не могу. Ну все, можешь смеяться, я в него битую дал. Полезняху. Да нихуя, блядь. А подведи-ка на центр этих своих двух петушков, блядь. Давай. На палочке. Ну, чтобы я мог доставать через тебя и этого. Ну все, достаю. Ну сейчас я по нему хильну, бля, если ты не захилишься, сдохнешь нахуй. Спасибо. Вот тебе повезло. Захилил. Достает вроде. Там Боб был или? Все нормально. Какой Боб? Показалось, там кому-то Боб в ебало прилетел. Губка Боб нахуй. Думаешь? Можем проверить. А кто колл-стори пиздец? Я же не показал. И бля. Кинетика падает, это вообще нормально, да, считается? Я понял, ладно, похуй, пускай падает, уже убили. Это ноу-хау. Там имейте в виду, вот я сейчас пока лут раскидываю с боссов, да, не сдохните. Выпал? Не сдохните только на трэш. Ничего не выпало. Я же говорю вам, ребят, ну что, не верьте мне. Я тебе говорю, это все из-за мордаунта, нахуй, он червивый рот, блядь, ему надо рот с мылом, нахуй, помыть, блядь. Ну вот на лане хорошо, на лане я промолчу. Можно не только с мылом. Можно просто не мордаун, а сокращенно. Можно сокращенно называть морда. Морда? Так, ну, Вилани, ты знаешь, да, что морда делать кайзерна там? Поферяй там этих пидоров. Килда, мёрда, тебя пидали. Да. Пиздец, что у нас за кринжареет, нахуй? Ой, ну, в обычке можно. Как можно такое терпеть вообще, да? В смысле? Войд говна не потерпит. Никакого. Вот сам иногда сидит, кринжует, блядь. Ну ебать, ну я. Ну. Что, ну? Типа я. Кто-то меня убил, Ген. Никого там. А, нет, кто там убил-то это в бульде вчера. Кого там шотнули-то? Не знаю. Да, вот так. Я. Знаю, мы такие. Так что, Войт, ты иногда сам бывает, кринжует, сидит, так что все нормально. Вот, ты видел, что тебе написали? Нет. Я хилю, какой написали, мне вообще как похуй. Как он увидит? Когда хилишь, ты, блядь, нихуя не видишь. Челика убили из-за меня, нахуй. Ты лицом просто в хилботе. Или в Вуду. Типа, блядь, неважно где. Просто где-то. Ой, тут? К сожалению. Можешь, пожалуйста, Рейс там замену кинуть? Надо отойти минут на 30-40 срочно. Это хуёво. Много человек было. Замена, плюсуйте. Че, проверка замены? Так мне тоже замена нужна. Зато в гильдии буду ставить мужа. А в гильдии все
молчат. Люцик, хацепнуха, это кто вообще? Это новенький Аршам. По-моему. На замене людей дохуя. А когда надо, не пишет. Слав, я могу плащ вернуть тебе обратно? Мелкие берите только, чтобы одевались. Что, у тебя такое есть уже? Да, я не посмотрел. Можешь мне на распыл отдать. А что там за плащ? Да, танковский, да еще чётки. Савар кто, мейн? Мейн? Чёткий мейн или какой-то такой мейн 50-50? Мейн именно, то мейн по факту этот... прот. Так а нахуй тебе воля. Опа! Мне не танчат, поэтому я буду худика собирать. А не волю. Не, ну а кому тут еще воля нужна? Ворам. Мне типа надо, чтобы кап РПБ был хотя бы. Ну вон дает человеку волю. Ну так а ты жалую? Или ты по приору просто не вывез? Я думаю, он по приору не вывез просто. 100%. Не вывоз. Кто там? Блин, Траволк. А че, подожди, а ты мультикрова или кто ты нахуй? Не, я ШД. А ты ШД, ебать. Дядь же, расскажи ему за ШД. Это не ко мне. Не, ну тогда, не, ну что там, у него чешка есть, ему воля, да, вообще заебись. Так. Если Ваня здесь, то он расскажет. Ну, по факту, там воля не нужна. Не хочется давать, да. Ваня не здесь. Ну а что там, чешка плюс что еще, блядь? Чешка, зов. А, ну ладно. Не, но все равно пока зов... Никаких вольт в мою смену. Я думаю, пока зова нет, можно волю взять. Не, если капа нет, РПБ, там любая вообще подойдет. Ну тоже надо капать. За не водят нахуй, поэтому. Да как не водят? Заводят, просто люди не собираются. Мы недавно вот ходили, по-моему, позавчера. Вчера, вчера там хил нужен был, огонь нужен был. Давай, Репичик, ты это все равно не ходишь в Геру пока что варом. А если Рога будет вдруг ходить в Геру, лучше равно, уже ему все тогда. С диспельте паука. Да, только там войду за ГПС. Паук не диспелит. Я забираю все уже. Ты, надеюсь, учитываешь Саланта 9%? Ну, РПБ. А ты разбойника? Ну это да, ШД без 9% собирается. Я знаю, у меня нету. Тебя типа даже так нету? Ну да, поэтому я не нужна. Так, что это, сколько боссов получается? 6, 7, 8. Ну говори с Репичипом, если он... Если он отдаст, да. Думай. Блядь, так не хочется отдавать, сейчас не будет. Репичи, он дает. Этим варом, типа, никуда, в любом случае. Да ладно, не ходит, он дамажит. Ну вот это тоже. Потому что, блядь, нету, блядь, капов нормальных, трин нету. Ну вот. А у чела там почти собрано все. Леха Цепуха. А, это который мастер говорил. 242-й ты там. Ладно, что-то... Дима, кинешь гиб ГП, это еще не того, ты ему чешешь. Я говорил. Сказали, окей, заходи. Все, ты отдал Репичип. Поставишь тотем трепета. Дилля. Все три шамана тотема трепета поставите. Ты что там кидаешь? Держи его обратно шею. А. И тогда с воли из всей шеи тоже какой снимай. Я Траволте отдал сейчас. Траволте волю. Траволте, да. Пятьдесят за волю. Я понял. Так это за обычка, лол. А в Гере за волю сколько дают? 100. Ебать, разница, блядь. Ладно, разница есть. Ебануться нахуй. Так, ауру мне потом уступишь темную на вторую взлетку. На первый дашь. Да, на первый я сдам. Угу. На первый хукмастер дашь. Незыбку. А на второй нахуй. Два пристана себя сейвы. Зубы или крылья и гимн на хп будете читать. На первой взлетке шадоу на это на хп прочитаешь. А Вилане по шадонайту на первой взлетке дашь каплю. Три пристана себя перед пулом антифир. Три... Сейчас я еще там... Хотя, поебать пускай будет. Хотя давай вот навара свищнем. И сюда, допустим, вот так вот. Оп. У варов антифир свой есть. О. Нормально.
Гандальф. Ой. Беги, малышка, беги! Не обрыгайтесь там. Ебать, вар, что там, блядь, делаешь, блядь? Угу. Ну, в Т5. Укус ловил первый. А, в Т5? Я понял, нахуй. Я-то думаю, что он творит. 4 Т5, что ли? Какой именно вар? Нет, скорее всего, в 2. Скорее всего, в 2, да. В ПДП, если смотреть. Катрися, поиграть, пацаны. Инрок забрось, давай, да? А, блядь, рвиста нет еще. Ну ладно, темп потом поставим. А что ты не забросил мне инрок? Прием, блядь. Не понял, блядь. Следующие тени будут с фером, смотрите. Ну, тотемы трепет огня. Извини, Славка, бедон важнее. Волонир. Так, отдал тебе ауру. Сейчас. Бери, я возьму кастер. Угу. Да, Ханыч. Вот тотем поставил, ты хоть бы как-то с престом связался. Ну... Тотем поставил и без гимна, ванну дохуя проебал. Теперь сухой. Давай Гандальф на ману тогда читай. Только немножко. Там кто-то голоден. Дайте укус, блядь. Мия. Вот это понятно, Серж. О, укус. На ману. А Заханыч не получил. Я, блядь, что в геле, что в обычке на ванне ни разу укус не получил, нахуй, еще. А, серьезно? Да. Так и правильно, лол, ты сдохнешь. О, багруха. А, вот где багруха висела, я так и понял. Ого-го. Багруха, а я говорил, кстати, что выйду. Выпадет. Давай, я продам за 20 минут, нахуй. Так что, будет роги замена? Да, да, Дим. Да похуй, прессанул. А, 4-4. Там человек 10 есть, если что надо будет, зайдут. Так, что там? Так. Не, он 4-4, вот. И пищип тебе надо, да? Я понял. Кого? Кого? Да. Нет, мне... А, я специально снялся. Он, наверное, укус первый, просто самый первый поймал. Да-да-да, только он первый поймал. Поэтому он так и начал. Смотрите ли пичипы сейчас? Ну, зачем ты мне жетончик скинул, нафиг мне нужны? Ну, чтоб, да, чтоб это, продать, ну, короче. Ты издеваешься? А, или ты так дашь? Фига мне жетончики. Ну, чтоб были. Не нужны они мне, забери обратно. Угу. Ну, он этому отдай.
жидкому, нахуй. Где он там? Жидкому. Понятно. Карта оседает. Ебать. Жидкому. Блять, я с силой атаки вообще хилю, что за хуйня? Хорош. Пиздец. Ты хорош. Сильный хули. Идеально. Смотри, сейчас у вас хукмастер умрет, будет хуёво. Вот я еще бегу, например. А чё по хп освоит? Что-то хуёво, да? Тебя задушили чё-то? Да пиздец. Да. Жагу пиздили. Нет, Жагу не пиздили. Ну это после лонера нет. Джага 500 нахилил АК. Сам он 2К. А стадия там ебать, 3 ляма. Да, уверхил. Что хпса? Уверхил, все ушло нахуй. Да. Ну задушили, я ж говорю. Нобли было надо Ануба сходить пронесло. Похилить, когда себе, блядь, зап выбью, на друида надо будет похилить. На Вальку, ну, на Анубе, да. Ну да, полегче Дива. Будет. На Анубе прям вообще нормально будет. На Анубе вообще кайф, блядь. Три танка хилишь. Больше кайфовый. Просто, блядь, в одного во второго, одного во второго, и все, у тебя, блядь, топ хпс. Угу. Там еще и сколько? 20к, 40, там, блядь. Там пиздец крутить. Вообще жестко. Ну, любимый босс, блядь. Еще мне этот нравится, Халион. Свету хилить. Халион, свету. Там просто АФК стоишь. Если честно. Ну как, блядь, если ты не будешь кастовать предиктом, то ты, блядь, проебешь танк. Не, ну это понятно, да, ну. Но... Мы-то проходили на циркуле в 2 хила, Эршам хэпал свету, а тут мы еще, я еще и третьего ставлю. И вообще легко, блядь, страховок дохуя. Ну от метеоров там не надо бегать? Надо, почему? Надо, но это херня, типа. Поэтому бегать. Типа редко, да? Почему? Раз 40 секунд. Ну, имею в виду, редко для хила пал. Ну, почему так же бегает, как и все? Да. Ну, сдохнет, ну, если, не он, проблема, если он не побежит, он... 15 минут, ладно? Давай. Да, да. Бидон вылетел или релогнулся? Он написал, что у него свет вырубит минут на 20-30. Кто там кукарекает, нахуй? В смысле? Ну прям такой кукарека не было. Пет, может, чей-то кукарекал. Кой знает. Глюки начались, да, у меня. Вроде не пил еще, блядь. Смотря, что ты там употреблял. Котлетку с картошкой. С пюрешкой. Че тут баг какой-то? Вы с ней что-то делаете, что на копии не кидает или че? Не идите наверх. Назад, мобов бить. Не идите на лестницу, алло. Что у вас там, медом намазано? Запустите босса, будет вайп. Не запускай, сейчас я побегу уже. Траволта ушел уже или что? Я что-то не понял. Нет еще, ну так никто ж не плюсует. Так ты иди, блять, какая тебе разница, кто плюсует? Похуй уже, я можно на вальке по в кашу? Блять. Ну давай. Хавать надо. Там. Куда вы ведете? Что вы делаете? Назад, сука, уйдите. Ну что ты делаешь? Запустишь мобов, блять. Уйдите оттуда, не заходите в комнату. Вы че, блять? Будем потом ждать вайпа. Блять, рыбы нету нахуй.
Скоро... Поставьте банк. Кто-то мут сегодня заслужил, да? Поставил ГП, ГБ. Да, Катрисия? В смысле, так он же вроде ничего не это самое. Ну, а кто это говорил? Он же молчал. Он же молчал, да. Я вообще сижу с выключенным микрофоном, ты о чем? Mm-hmm. Я тебя спросил, Вердру спекаться или нет? Хорошо, еще раз эту хуйню услышу, блядь, сразу мут дам. Какую хуйню? Ну, такую вот. Догадайся. Я ничего не слышал. Вы разозлили деда. Он что, псих, что ли? Ну, походу. Сегодня, кстати, последний день ивента. Че, ты полетаешь в это, или мне спекаться тоже? Да спекайся, нахуй, я буду один летать. Завтра еще один день будет ивент. Надо на робота идти срочно с фласками. Кто там доспех поставил? Кстати, да, пока духи еще работают, надо робота пиздить. Кто-то с локов поставил доспех? То, конечно, не пропадут эти духи. Их накупить главное. Mm. Ну, как я думаю. Ты уже это не будет. Они, ну, если ты там, их типа, не сможешь завязать. А, не сможешь завязать? Ты соло хилишь, да? Понял. Там написано, для использования требуется любовная лихорадка. Ай, ну тогда да. А следующий, ну, когда заканчивается ивент? Ну да. Чё большого? Ну, завтра еще будем. Я в ахуе, почему больше меня идет пиздить? Ты в соло на хули паливали? Не знаю. Нет, два хп. Кто такой сказал? А, два хп. Там свеча, мужик. Будет смешно, если мы без фласок не убьем. Да, ну, не, убьем. Ну там вард 25 отдел, тогда убьем, да. Вара нет. Мы же с этим варом били робота, не? Да. Но у него нет 25, он будет 4-4. Он укус ставил первый. Он укус первый, да, понял. Че, вы заходишь? Ой, ебать, ты уже зашел. Ладно. Че за вар? Final boss. Ты в ту сторону летаешь, да? Я понял. Да. Ладно. Здорово. Слышь, Глебич, меня в обоих каналах нормально слышно. Как дела, блять? Да, тебя слышно, это нормально. Я еще пособирал тут облачка. Ок. Ладно, удачи вам в Гере. Давай. Давай, пока. А ты куда? Арбайтон. Ладно. Минус робот получается. Получается. Ты где там? А завтра зашел? А ебать, ты уже наверху. Да. Я понял. Я смотрю, право, лево, никого нету. Вот самые быстрые руки на диком западе. Три быстрые ноги. Так, ну-ка. Аура меткого выстрела. Точка слева.
Могли сейчас, да, захилить. Немножко. Могли, ну ладно. Зайдем, еще. Зайдем еще разок. А ёб твою мать. Забыл переключить. Да-да. Свечка слева. Ну и все, теперь захилим. Я так думаю, блядь, Синдру тебе надо похилить на подстраховку. Окей. Там трэш можно домагнуть, в принципе. Вот я вот про вот эту хуйню. Говорю. А чё, левитацию дадут? Нет, умри. Как, кому? Да всем, кто стоит. Наверху. Пиздец, какой пидор это включает? Бля, что именно? Да мне похуй, ну типа идите нахуй. У тебя дом стоит такой, блядь. Какой? Я всех мутать сейчас начну. Это у меня аддон такой? Конечно, у тебя аддон какой-то стоит и произносит его. Не может быть. Тишина полная. Да-да-да, аддон, блядь, фаталити. Я думал, что будет, блядь, на человека барагозить. Пиздец, нахуй. Хотел уже приехать, думал, побить тебя, что ли. Пиздец, блядь, у деда там что-то происходит, а он на другую. Какой пидор этот аддон придумал? Ну-ка, расскажите мне. Это аддон, который ошибки с экрана захватывает, по-моему. А он нихуя не захватывает, я его выебу, этот аддон, нахуй. Где он, нахуй? Я аддон поставил. Сейчас просто скрывает. Где нахуй этот пидор? Баксак, вот это, да? Да, да. Как его нахуй вырубить? Заглушить нахуй. Баксак, он уже, даже уже, блядь, по аддону видно, что хуйня, блядь. Ну у тебя не появляется же сейчас ошибка эта. Вроде появлялась один раз. Да, была сегодня. Нет, она у тебя постоянно вылазила. Не, ну у него вначале была, я видел. Я главное думаю, это актриса сидит вот эту хуйню японскую несет. Да ты больной нахуй. Так ты его блядь, я морально ущемлённо. Сам морально ущерб говорит. Да ты пиздец нахуй. Не, ну я откуда? Я же не знал нахуй. С днём рождения, блядь, с Новым годом. Ой, ёбаный урод. С доброе утро, блядь. Доброе утро. Поставят аддонов. Опа! Вот это, блядь, ты был, нахуй. Не, ну ты да, похожая же хуйня, да, и та, и это. Не похоже, я даже не знаю, что звуки у тебя там происходят. Сидит со стримдеком, я включил. Потом на стриме посмотришь, блядь, дичь какая-то, нахуй. Я тоже, главное, типа, думал, что это в Дискорде, это вейда в игре. Это пиздец, блядь. Хорошо ли ты сказал? Сейчас я аддонов конченый. Всем дурак, что ли? Так мне сказали, ошибки уберет, блядь, вот я и поставил. Найс. Nice. Чё тебе еще скажет? На заборе написано, тоже веришь? Да. Да-да, верю нахуй. Пиздец, блядь. Да, дед. Вздох облегчения, да, у Катрисии, нахуй. Ты, блядь, дурак, стороны. Че после обычки будет, Кира? Будет удар по ебалу, блядь, только кому не знаю. Надо придумать. Хорошая идея, можно две. Две? Два удара? Два удара по ебалу? Как двойной Ван Дамм, да? Или как там был фильм-то? Двойной Ван Дамм. Двойной понос один сверху. Двойной Ван Дамм? Ну фильм такой был. Двойной Ван Дамм. Его случайно этот снимал, не наш? Удар точно, нахуй. Блядь, двойной Ван Дамм, блядь. Ой, блядь. А что такое двойной кринж, наблюдаю?
А это уже новый фильм. На войну книги. Че, Вонь, ты на стол накрыл вообще? Да ты че, блядь, какой стол? Где поляна? Ну, на компьютерной. Я только с работы пришел, блядь. Мы себя работягам поляну накрыть надо. Работягам? Не, работягам следующую смену. А нам? Представляешься, типа? Ну, там тортик. А нам поляну войдет. По 5 ЕП бонусных. По бонусной ЕП. С каждого бонуса, да? Нихуя. Ну, заебись поляна, я считаю. Ебать вы эти нахуй. Давайте в центр вернулись, там, чтобы эта хуйня там не стояла. Надо пользоваться моментом, ебать. В смысле хитрые, блядь. Понятно. Ну, а вдруг дед сегодня добрый, блядь? Вдруг? Ну, так, блин. Да, поэтому Катрисе виноват, нахуй, в муку. Сука. Ну это мем, нахуй, по-любому. Любая японская хуйня. Какие таблетки? Не скажи. Анти-анимент. Анти-анимент, нахуй. Надо пить не красную, а синюю, вот. Не, наоборот, красную, нахуй. Да не надо тебе в матрице тусоваться, надо из матрицы вылезти. Тусоваться? Не, просто надо, ты в симуляции, ты понимаешь об этом? Тебе надо из матрицы вылезти. Да он висит в этой матрице. Висит. Он вакуум, он в вакууме висит, блядь. Знаешь, сколько знакомых слов, нахуй. Висит, ебать. Прикиньте, если бы админы сервиса были админами в матрице. Да ну нахуй. Бля, не, ну все, Хашан, это уже не то немного. Я просто представил, типа, сервер загружается каждые полчаса. Умри, Заханыч. Ладно, живи. Тупо лаги, блин. Спасибо, постоянно. Что разрешил. Это спасибо, а то, что я гнев небес дал, нахуй. Так я ему еще шоком в лицо дал. Ну, а если бы я гнев небес дал, его бы откусили, блядь. С твоим шоком вместе. Да ты... Там бы даже бидоновский волонер не помог. Он Катрисе там минус. Бы ничего уже не помогло. Да мне уже нихуя не поможет. Там ходка оставалась на ком-то. И мог только появился, сразу на меня пошел. Никто его не забрал. Я бегал. Это судьба анимешников такая, блядь. Нет, ну это живой. Мы аниме. Вот дед сидит набит анимешников, да, а сам вечером сидит, смотрит, блядь, втихую нахуй. А, блядь. Не смотрю я, блядь. А доказательства есть? Нет. Форму, пожалуйста. Ну вот и все. Все. Я понял. Ну я не смотрю, типа. Покажи историю браузера. Знаешь, сидит в этом костюмчике-то, кошки-то такой, и лапками. Наушники с ушками вот этими, вот этими. И такой, ня. А вот это сейчас был не Катрисия, вот, блядь. Это по-любому, блядь. Это новый уровень. Это новый уровень какой-то, он так не умеет, блядь. Ну что, скоро операцию сделаю. Могу научить. Слышишь, так это этот, нахуй. По кастрации, блядь. Там голос просядет сразу, типа, сиплый такой, повысится, блядь, сразу такой, блядь. Сначала ты, кастрюшка, а потом под тебя. Шоками закидали такие пацанов, блядь. Да, и не пробило вообще никого. Просто нет пробития, даже грустно как-то стало. Потому что я дал этот шокуэйв, это все. Они станет стадии 5 секунд, блин. Шоквейв это вообще-то первый спел Магнуса. Ну, по факту я Магнус, только я не могу увести никуда. Магнус Карлсон? А в могилу, да, можешь? Великий шахматист. Я могу тебя увести в страну Кринжа. Он не просто великий шахматист, он, блядь, чемпион мира, блин. Да он Кринжа постоянно наваливает. Он Грастмейстер, правильно? Сколько, с какого он года чемпион? С 13-го, да? 14-го, кажется. Хуй его, с 14-го или с 15-го? По-моему, с 13-го, блядь. Давайте откроем Википедию. С кем он играл, блядь, первый? Кого он там наебал, блядь? Единственное, что я помню, как он с Каспаровым играл. Он Индуса сначала выиграл. Ананда? Я вот не помню, как его зовут. Ананда, да, Ананда. Он Ананда забрал титул, потом с Корякиным играл. Корякин. Шахматисты вошли в чат. Корякин это наш... Я знаю только Коряк. Коряк это пушка из... Да, из PUBG. Ну и с Warzone тоже. Баба Джи? Да. Фортинарти ор Баба Джи? Баба Джи. Меня из коллега постоянно видно. В голову. Show me your bobs and vegana. А чё, ты не видел, ты Глеб, не видел эти видосы, блядь, индусов нах? Я-то видел.
Там такие, там же такие же ребята, как ты. Бля, такие, как ты, там, скорее всего. Ну что, корней не было, да? Или тут не работает? А, тут не работает. Не работает. У меня это больная тема с корнями на этой, на ине есть. Жаль, я это не записал, то такой кринж был. С этого места поподробнее. Короче, пошли 10 оп, пошли 10 оп. Я говорю, дайте корни ини. В итоге корни ини запутался в корнях, ушел под текстуры и это зашотал дыханием 5 или 4 миликов, что такое. А кто этот Элизион? Это кто? Мурзик? Нужен, это же это этот мифик. Че, это же мифик. Здорово, могу на Лока пойти? Ага. Ну давай. Залейте на рук, пожалуйста. Могу там, кому там крить надо? Закинешь. У нас всего файл. Один инорок, и он ушел в меня, потому что нет маны. Кто в тебя ушел? Мордаун. В смысле? Кто в тебя вошел? Блядь, ну если Мордаун в тебя вошел, хуёво, блядь, тебе. А почему я об этом не знаю? Тем не менее, частично. Что это бесконтактный бой? Ох, рифа так и напрашивается, но я, пожалуй, промолчу. Ну давай, я ну-ка, ну-ка. Или ты уже опять забыл? Нет, я помню, но я не хочу ходить. Тут девочки все. Блять, с каждым словом все хуже и хуже. Согласен, надо чекан вернуть. Жижу не хватает. Кого не хватает? Жижи. Жидкий. Жидкому жижи не хватает? Да, я чай не пил уже часа два, наверное. Я, наверное, пойду компотика налью. Говори себе 5-литровый банк. Смородиновый? Нет, вишневый. Я и так по два чайника выпиваю за раз. Зачем тебе по два чайника? Ну, смотри, у меня на одной РТ может уйти до 3 чайников чая. Блять, все, ВПХан точно угадал, что ты жидкий нахуй. Ты все, ты больше вот после этого не оспариваешь, что ты не хочешь быть жидким нахуй. Так я ничего не говорю. Ты по-любому нахуй жидкий. Вода — это жизнь, хули бы хотели. Вода — это жидкость в первую очередь. Вода вот это жизнь, да. Без воды ты этот мертвый, без воды, даже огурец без воды он не мертвый. А это чайник скольки литровый? Чайник, ну наверное литров. Давай, на... тебе не хилить. За 5, наверное. Ну смотри, там у него как бы кружка только литровая, блядь. Ну не знаю, нет, на самом деле чайник не 5-литровый, скажу. Обычно стандартный чайник. Зашел в магазин, сказал, чайник дайте мне, тебе дали. Ну, так, я быстро 2 минуты компот налью и приду. Вообще человеку 2 литра в день надо воды. Это все субъективно. Это в зависимости от места жительства, в зависимости от габаритов человека, в зависимости от рода деятельности человека. Вся вот эта смотря какой, если головы, то нет, если рук, то да. Понял. Поставьте гидбан. Есть у кого СПД масло для Катриси? Мы еще помним, где твои эти, блин. За бесплатно, пожалуйста. Пойдут твои все. Сейчас это дать бы. Кстати, гейтбанк кто-то. Гейбанк. Гейбанк? Да. Я понял. Я могу поставить только гей-дирижабль. Слава, давай вот это масло нам на СПД. Спасибо, проставляешься. Спасибо. Так. Можно им по 5 по друидам? Вместо кулака. Спасибо. Репичип, у тебя саппорт есть? Хукмастер у тебя есть? А сейчас перейдем, скажи. А чё, шкаф там будет? Да, естественно, что на месте. Мифика сумонить. А чё, все саппорты бьют? Или только танки? Хилы и танки. Да. Остальные пожелания. Вы на синкле? Да? У тебя только на вальке не было, Ровист. Можно у кого-то саппорт спиздить? Ну, мы хватит что, да. Не, саппорта нет. Я там джуста поставил командовал. Я не помню, когда вы. Пошли, запускаем.
Надоешь ты, Катрися. Да тебе кулак, то, блядь, МП5, что тебе не устраивает? То сапрот, блядь, да? То рыба просроченная. Нужно масло. Тебе нужна влага. Да. Ой-ой-ой. Сталку сразу вижу. А, он дисконнектнулся. Он не упал. Хули, отбеги. Левее унесите кто-нибудь. О, блядь. Ой, блядь, успел захилить. Бранец. Самую левую сильно не бейте, пожалуйста, я доты повесил. Так, вылетел, ну ладно. Что это было, блядь? История об этом умалчивает. Ой, а что у тебя за фляжка там висит? Не на ап, случайно? Да, на ап. Это слово висит. Влево не бейте, я сам. Твоя частица на нем кончилась там. Проверь. База пошла. Первую звезду сразу разбить. Следующую звезду. И, скорее всего, будет тяжко. Да, на это будет. Еще вперед ставь.
А что, опять наебывай, да? Угу. Наебала она конкретно. Так же звезду. Тут он. Беги, малышка, о. Беги! И на рог бы выхопала Виланию. А, не, не надо, там освобожденка. Забейте. Давай вар звезду сразу разбиваем. Какая еще поставим? Разбейте быстрее, бейте, босс. Остальные выносим? Не-не, еще звезду. Звезду, звезду. Все, я помял тебя. После этого выносим? Да там притяжка скоро будет, он через две. Mm-hmm. Давай все звезду ставим, да там мы так добьем. Можете керу дать. Я понял. Вот пишет, притяжка скоро будет. А ты на ком была метка? Ставь звезду, будет притяжка. Уйдите оттуда. Не на мне же? Ты подумал, что я мудак. Чем притяжка? Ебать. А, понятно. Блок не пошел. Ну, скиньте стаки, да добивайте там лям. Она опять наебывает, короче. Угу. Угу. Ну смотри, нахуй. Добивай. Бабл добивай. Ну там глыба сейчас будет, разбейте. Он смотри, челика морозит. На, нахуй. Я не заморозил. Вон одну разбейте глыбу. На Синдру, когда на Лича побежите, не спульте вальку. Окей, okay, шеф. Господи, что, могу в кота? Слава. Да, да, иди в кота в свою. Победа. Хоть ты в нем и не дамажишь, ну ладно. Похую. Че с ДПС? Ну чё, клятву никогда не полутаем, с волей обосрёшься. Опа, кто-то спал. Пиздец, блин, дайте шкаф. Да я сейчас ищу. Да чё, Валька убила? Угу. Нормально. Краешком чуть не добежала. До сих пор не научились неагрить Вальку? Рыба. Не понимаешь другое. В радикон заходишь? В радикон. А так, где там? В радикон. Я еще снова говорить, я не слышу вас. Нету что ли в радикона? Зашел. А. Сейчас запускаю. Так, ну я хуй знает, ты в хапале, да, будешь? А, ну будь похуй, давай два хапала. А то, нет, кто... давай ты. Не-не-не-не-не, а, ну, пусть будет мы в Этрисе в ДД. У нас 5 хилов.
Чтоб танк не сдох наверняка. Ну то же вдруг убьет. Так. Хочет кто-то чуму подиспелить? А Вилания хочет. Ладно, я подиспелю. Ты, Заханыч, думаешь, что это сложно, ее подиспелить? Или что? Нет. Ну, что, все? Кто там, блядь, сухари жрет, нахуй? Более, блядь. Шо, голодный маленький, ты шо там? Да я на отходах, типа, пытаюсь, ну, заесть, чтоб мне хуёво хоть не было так. Ты чё, блядь, горе пытаешься? Да я после веза, кстати, по вчерашнему, ну, серьезно, и пиво бахнул, и виски потом, и ещё потом чё, бахнул, в Африку сухарики привезли, блядь, нихуя себе, нахуй. Бать ты, конечно, кринж, реально, блядь, после веза. Это чипсы. Да это виски. Это не сухари, это чипсы были, по-моему. Да, блядь, это чипсы были. Какие нахуй, блядь, сухари. Не говорите ничего про чипсы, умоляю. Все видят, что квадрат. Хочу. Сейчас, блядь, вынести не туда чуму, пизды получите, блядь. О, красава. Чума, сейчас мы готовимся. Ага. Вы было близко. Угу. На край идем. Насколько мне известно, он сейчас ебанет в рейд нахуй, да? Кто? Там духа чуть, дух чуть не. Было близко. Скрипнула дверь за спину. Витаса кто-то поет. А вот я. Витас. Не, это не его уже вроде песня, не? Его, я хочу вам спеть эту песню. Не слышал, что ли, клип этот? Я скрипнул дверь за спиной, это Витас. Я пришел дать эту песню. Все, вижу. Он так говорил, что-то. Давайте не будем выяснять. То, кому решил дать песню. Почему тебе он... Дай гнев небес не дать. Сейчас я это дам стан по всем. Дал. Я тоже дал. Осквернение. 2 секунды добирались. Понимаете, с какой стороны надо встать, чтобы, блять, не лететь в осквернение, да? Квадрат встаньте все. Алло, нахуй. Теперь это РДД хилы на кольцо железное выбегите, милики через 2 секунды выйдите из центра. Выходите, милики. Вальки одновременно служи. Сейчас мне схватит жнец. Че, валик бьем? А, меня не с Валька улетел. Лох получается. Ты вот и потал лоховка был, да? С центра выходим наоборот. Катрисия, Рес и Шаду. Выходите с центра, сейчас лужа будет. 2 секунды. Все, теперь возвращаемся в центр. В квадрат встаем, леча спиной к квадрату. 2%. Людей хватает, веди леча на край. Сука!
На край идем, к квадрату, веди лича. Готовь незыбку. Мне кажется, они потом два хила бы захилили. Вот стадия и Гэндальф. Мы тут просто не нужны. Не. Сиди, сиди, ёпта. Отрабатывай. Делайте там что-то по мане по своей там. Кого отрабатывай? Лёха, ставь тотем Гэндальф на ману, читай. И пышки дополнительные. Работаем, брать. Сейчас я посмотрю еще, как 5 хилов реагировать будет, когда челика в комнату будут забирать. Нормально будут реагировать, смеяться над ним. Лох, типа, да, там. Не кикнул каст духу. Ну, это мы не узнаем, конечно. Сфера разбей. Сфера разбей. Да хуёво. Хватай, я поджу дух. Дух держу. Момент истины, нахуй. Чё, кого в комнату забирает? Нормально. Прохилить или нет? Сам захилится. Прохилится. Попробуй. Захват руны. На ту сторону уходим уже. Сохранение 3 секунды. Где-то старый. 4, 3, 2, 1. Всё, за спину меча прячемся. Я разбью. Ну, смотри, женец нахуй. Да есть этот жнец. А кто такой этот ваш жнец, а? Кто-то не добежал. А, он хлопнул. Чуть не проебали. Ну, там... Не проебали бы, я выжил бы. Там крылья повешены. Не подавитесь. Сохранение 2 секунды. Все через центр нахуй бегут. Да похуй, где бежать, главное, чтобы в ней 10 человек не стояло. Давай! Туда! О, пробитие. Получай лич. Ёбаный лич, нахуй. Хочу сказать этому ёбаному личу, нахуй. Был бы ты человек. А не. Суп. Чё, добивайте на мужика. На мужика духами. Пусть летят. Алло, куда? Все, падаем, ложимся, хуёвый трай. Пизда, нахуй. ГП нахуй тому, кто вайпнул, блядь. Вагоны. За Ханычу. Кто он вайпнул? Хуяли, блядь. Нет, вот с этим, блядь, лежите. Так, кто там замена нахуй есть? Кто там на ИП? Мой дед еще так шутил, лол. Можно прессовать, да? Да-да. И твои дети еще будут так шутить. Эрвист, блядь. Не будете. О, спасибо. А это мы не узнаем. Потому что я умру раньше всех. Я понял, нахуй. Так, кому я там давал-то, блядь? Ты мне кинул инвайт, да? Ху, бичи все упали, шестая пати, нахуй, целая. Я кидал. Хорошая шестая пати, жесткий. Еще раз беду, но я хуй знает, просто нет, это нихуя. Во. Жаль, я влечаю на 40 хил идти. Заходите, прессовать уже. А ты что, в первой целка не был, что ли? Был. А кем был? Прогой. А, ну заходи, декатуй, да? Или даже ЕПшку не хочешь? Что? ЕПшку я хочу. Так а кем ты хочешь заходить? Второй раз не получится. Так я не был в этом целка. Каком? Который сейчас проходил. Как у тебя на роге, когда так ты в первом был. Как ты можешь называть быть рогой? Вы что, тупые? Я, во-первых, спрашивал изначально про Геру. Ты мне говоришь, заходи. Не, мы просто сейчас на обычку собираем замену. Вот. Сейчас про Геру никто ничего не говорил. Ты не уточнял. Хорошо, сейчас зайду на замену. Понятно. На ДК. Что, 4 осколка всего? Да, блять. Даже с этого не дропнуло. Даггер упал. Даггер упал. Получается. Ну, опять даггер упал без меня. Так, а кому это я начислял? А, Бидон. Бидон ушел, лофнулся. А в торговцев есть кто? Есть кто? Есть. Маршрутка есть?
маршрутку. Заправить придем. Спасибо. Сколько за босса? Типа по 50 ИП? Я там плюсом держу в курсе. Да, по 50. Чисто холодно по 50. Так что мы тогда репати делаем на этот самый? Сейчас я зайду за ШП, буду собирать. А сколько тебе? А, тебе 6 надо. Ну, да. Я думаю, кстати, типа он дособерет. Гера. Нет, ты собрать должен? Да, он третью обычку там. Я с пылу улетел, да? Не, ну можно бабушку так. Дринка робота убьем? И Дусана еще нет. Завтра бы робота убить, потому что завтра кончается ивент. Да, завтра бы, да, потому что там как вроде и Дусан вроде будет, и Холидринг будет. Давайте, если что, завтра резку переставим с сока. Да, надо видеть. Матюре. А то у нас духов не будет, на ходу пресса не хватит, обосремся. Да не, хватит, ну просто типа... Страховка, чтобы была. Угу. А у меня сумки ой, мест... забери печеньки! А у меня места нет. Ёбаный так. Я не помню, мне ты ИП накинешь, я зачем на докладышу? Ой, ты жопник, а? Где ты? Ну плюс они, я хуй знает. У меня нету слотов. Ой, блядь, загрузка пошла. Освободи. А что, пойти же куда собирать? Да нет, тихо. Клава, Роме, Панку еще шаман. А разве не накидывал? Ты же можешь просто отдельно кинуть лол. Нет, его не он было. Он же только что был. Нет, его не было, он тебя не наебывает. А, ну плюс они где-то ты в игре. Рома Панк. А, я про Серджу говорил, вот я не вижу. Да ё-моё, вы спамите так? Короче, всем ассисты? Сами собирайте нахуй. Давай. Собираем. Ванечка, мне пати кинь. Все, да. Мне пати закидывайте сразу. А где Рома Панк, нахуй? Панкует. Плюс они мне... Плюс они в гильчат, блядь. Не бейте. В подъезде где еще? Как это людей забирать? Алло. Ой, чё, я его не слышу, к сожалению. Кстати, Рома Панк. Ну, блядь, в какой-то другой группе. Все, блядь, иди в жопу тогда. Хорош. Заебал. Теперь тебе... А чё, мне пати кинуть? Теперь тебя искать в этом ебаном списке, блядь. Там 40 человек плюсует, алло. Списки. Давайте две пати одновременно. Алло, вы чё? Алло. Так, а чё?